Всем привет! Сегодня у нас будет предпасхальное открытие яиц питомцев. Попробуем добить некоторых патов до следующего уровня. Ну, ангела я не знаю, ли мы сможем получить 28. Также чикабума. Ну и слоника, думаю, в основном надо. И остальных мы докачаем. Ну, это очередная возможность получить возврат самоцветов и получить редких донатных питомцев. Сейчас. Так, где тут наша акция? Сейчас через награды зайду. Вот, выращивая питомцев, получая возврат, получается у нас мы можем вернуть 10 тысяч самоцветов, потратим 24, но мы получим Рудольфа, питомца которого можно получить за донат, и также 30 джелли, которая очень редко падает. Соответственно, потеряем только 14 тысяч самоцветов. Так, ну что у нас... 86 яиц. Мы их все сегодня откроем, редкие. Поехали. Как цепелины нападали. Так, чикабум один. Джелли упала. Странно, со второй попытки. Так, нужный ангел упал. Опять чикабум. Ну, неплохо, неплохо. Ангелы начали падать. Хотелось бы уже докачать его полностью. Насыпало неплохо. Больше 6 пока не падало. Сколько я их уже открываю. Шиара упала. Она уже максимальная, 35 уровня. Так, слон. Чик-бум. Опять слоник, да, что-то ангелы не хотят падать. Чик-бум. В принципе, хватает 31 уровня. На 31 получается 9 скилл, который пока доступный. 10 еще у нас нет. 10 где-то будет, скорее всего, на 36 уровне. Так, еще один ангел. Добьем до 60, посмотрим. Вот еще одна джелли. Как видите, джелли очень редко падает. По сравнению с другими редкими питомцами. Так, 17 ангелов осталось. 22 чикабума. Слоника можно уже перевести на 34. Тоже уже на финишной прямой. I'm calling for you.
О, неплохо, еще один ангел. Думаю, редких питомцев у меня, точнее, обычных уже хватит для прокачки сразу на 40-й уровень. Давайте ангелов. 50 яиц осталось. С каждого третьего надо, чтобы один ангелочек упал. Опять Джелли упала. Ангел. Это хорошо. Интересно, бывают ли яйца, чтобы ни одного не упало редкого с фиолетового. Кому-то по-любому так повезло. Так, фениксы, шиары. Это все хорошо, но нам нужны ангелы. В принципе, и чикабумы тоже надо, чтобы докачать уже на 35 уровень. Ну, я думаю, будет скоро какая-то акция с питомцами опять. И мы докачаем уже. Ну, две джели, ничего себе, как джекпот. Повезло. Так, шиара, это хорошо. Ну, давай, 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 уже ангела. Вот, два ангела, вообще супер. Так, что там у нас дальше? Чикабум. Добиваем до 30, посмотрим, что мы уже получили. Еще ангелочек и чикабум. Это хорошо. Три шары. Цепелинов опять нападала. Так, хорошо, смотрим. Вот так вот 199 ангелов уже практически добили. Даже чикабумов, думаю, до 35-го добьем. Что там у нас в акциях питомцев нету, да? Так, ну побежали дальше. Так, нам надо 7 чикабумов и одного ангела словить. Думаю, за 30 яиц мы это сделаем. Так, слоник. Шара опять. Так, чикабум 6 осталось. Сейчас ангел должен выпасть. Да, аж 2. Все, ангела мы докачали. Теперь ловим 6 чикабумов. Начали ангелы сыпаться, чикабумы не падают. Шара. Огневик. Так, ну чё? Всё, рандом от нас отвернулся. Опять ангел. 8 яиц, ни одного чикабума не упало. Так. 5 чикабумов осталось. Опять ангел. Джелли. Ну, джелли хорошо падает. Хотя это фиолетовые яйца. Так, 4 чикабума.
3. Два, один и ну давай последнего. Есть. Осталось у нас 13 яиц. Так, ну переводим ангела. Даже 9 уже в запасе. Плюс 14 силы дали. Всего-то. Ангел 35-й. У нас остался слоник недокачанный, огневик, чикабум. Ничего себе, надо 2 миллиона маны. Так, чикабум. Плюс 15 силы дал. Ангел меньше дал, странно. Так. Ну все, у нас остался недокачанным только слон, огневик. Ну, Рудольф, думаю, он докачается намного быстрее, чем они. Его в последнее время очень много дают. Ну и Джелли постепенно докачаем, как бы особо надобности нет. Можно на девятку уже прокачать, но пока не спешу на девятку качать, потому что нам надо будет еще героя в него посливать. В принципе, все вот так вот. Неплохо нам нападало то, что нам надо. Докачали еще два героя на 35-й. Два питомца, точнее. Питомцы очень интересные. Этот на архидемона. Этот на все практически локации. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Кто играл, кому сколько Джелли нападало, потому что Джелли реально очень хреново падает. Рандом на нее очень маленький, и шанс получить ее тоже очень маленький. Все, всем пока.